Хе-хе-хе, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале. С вами доктор, это Калиста Протокол. В общем, что, друзья, в прошлой серии мы дошли до того, что нам необходимо опустошить какую-то емкость, через нее выбраться на поверхность. На этом мы остановились. Получили доступ. Необходимо, вот я думаю, с данного пульта это все запустить. Я планирую записать, наверное, пару-тройку серий сразу. Поэтому приглашаю вас присоединиться. Для поддержки сразу поставьте лайк. Если... есть что сказать, конечно же, пишите. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Так, начнем с того, что надо. Инициализация цикла очистки. Да, давай. Запущен цикл очистки. Вот так, хорошо. Сейчас пока очистка будет, сейчас, наверное, будет месиво, я так подозреваю. Чё-то прям совсем медленно цикл очистки-то идёт. Оу, еее! Оу, еее! Оу, щет! Смотри, что получается. Палку бери. Так. Короче, мне надо выжить. А, я им очканул, тварь. О, прикольно. Так. Где? Еще один. Иди сюда. О! А вас немного на меня тут. Етить, колотить. По-моему, я сейчас зря это делаю. Успел? Отлично. Все, все, где? Где эта пакость? Вот она. Да, блин. Да ты че? Серьезно? Так, короче, дело для пистолета, я так думаю. По-любому. А, тварь! Так, где он? Блин, капец, и чё? Ладно, ладно, ладно. А! Ё-моё! Короче, нет. Это не работает. Давай обратно вернем. То, с чего можно хотя бы их травмировать. Так, где он? Где эта пакость? Где ты, твою мать? Ага, есть. Так, и сколько вас тут? Еще где-то, как минимум один точно есть. Да-да-да, вот оно. Да. Кто бы сомневался, ребята, что надо будет вот эту пакость всю победить, хух. Так, ладно, я справился. Это радует. Да, ну и чё? Слив воды. Что дальше-то? И чё? Ага, вот. Все понял. Давай. Хорошо. Блин, залази. Так, для чего мы спускали воду? Интересный вопрос. Ага, ну я так и подозревал, залазим туда, вовнутрь.
О, закрой. Да закрывай, давай. Давай, закрывай. О. Люк герметичен. Проверка давления. Угу. Эти монстры не сдаются. Ну, да, надо думать. Я лакомый кусочек-то. Смотри, сколько мяса. Вонь, одно слово. Да ничего, что ты там вообще в дерьмище в каком-то лазил. Там была вонь. Это еще ничего. Так, может, здесь что интересного? Давайте пройдем. Да, он что-то лежит. Барахлишко тут наложили для меня специально. Собирай. Да-да-да. О, хорошо. Все, здоровье поправили, оружие пополнили. Ну теперь я готов встреч с этими монстрами. Похоже, что мне сюда. Ну, других путей нету, чувак. Да, кстати, ребята. Так, проверка давления завершена. Заблокировка клапана. Опа, по новой, ну, короче, начинается набор воды. Чувак! Давай! Да ну нафиг! А, я еще этим управлять должен? Серьезно? Уху! Слалом, ё-моё! Алло! Воу-воу-воу-воу! Воу! А! Серьезно? Етить, колотить! А! Пронесло! А! Про... А, нет! Етит! Твою мать. А-а-а. Направо. Воу-воу-воу-воу. Чуть не заживало. Что за жесть началась? Давай. Выворачиваем, выворачиваем. Ёк-макарёк. А-а-а. Да ну нафиг. У-у-у. Увернулся. А-а-а. Увернулся. Ёлы-палы. Так, сохранение. Отлично. Сейчас что-то будет. А-а-а! Ёлки-палки, как это было? А-а-а! Блин. Что за дичь? А я не вижу. Дальше что? Дальше, дальше что? Так, а я здесь не могу. Укол на... А! Ё-моё! Пошёл в жопу от меня! Уйди от меня! Отвали! Ух! А-а-а. Вот это трэш вообще! Да ё-моё! Отвали ты! Отвали! Пошёл от меня! Так, а я могу укол себе поставить? Нет, в висячем состоянии нет. Ну, полезли наверх. Капец, у меня здоровье на сопельке, ребята. Вообще, как я выжил вообще? Это кошмар, это трэш какой-то. Так, я надеюсь, на меня сейчас никто не наедет больше. Не нравится мне эта музыка. Ой. Ненавижу это гребаное место. Так, отлично. Давай-ка укольчик. Ага, у меня достижение тут, короче, да? Так, все, давай вылазим отсюда. Вылази, я говорю, не пинайся. Чё ты нервничаешь-то? Нервный такой, да? Чуть что сразу ногой пинается. Так, идем сюда. Что здесь у нас? Так, это берем. Да, ребят, кстати, между сериями, перед тем, как записывать эту серию, произошло довольно значительное обновление. 10 гигабайт, это не оговорка. 10 гигабайт обновили что-то издатели. И вроде как, вот, ну, пока сколько вот играем, ни одного фриза не было, ничего не глюкануло. То есть это именно было обновление по оптимизации.
Так что давайте будем посмотреть дальше. Но пока, пока я вам скажу, игра идет довольно гладко. FPS не скачет, все в пределах одной цифры. Так. Это что у нас? Так, это у нас то, что продать можно. Так, зачем ты сел? Встань, все, пошли. Вот, здоровье, это хорошо. Так, что, куда идем теперь дальше? Куда идем дальше? Так, ну, видимо, вот туда. Так, ну здесь все. Я все здесь посмотрел, вроде обошел вокруг. Ничего не должен упустить был. Все, идем сюда. Коридоры 813. Сим-сим, откройся. Нет. Да-да, здорово. О, вдвоем на меня. Серьезно. Да у меня нету, слушай, патронов. Заряжаться надо. Да ладно. Ети твою мать. Обидно. Так, идет один. Вывалился второй. Хватит меня бить, уроды! Да ёлы-палы-то! Так, вот этот, иди сюда. Да блин, Калина-то, ну как так-то? Дичь какая-то, ребята. Блин, надо тактику поменять. Попробуем, давайте расстрелять сейчас их. Сейчас этот хрен вот отсюда выпрыгнет. Есть. И еще раз. Опа. И... патроны кончились, ё-моё. А, еще один, что ли? Серьезно? Да капец, а вас там сколько? Отлично. Где-то еще один должен быть. Так, тихо, тихо. Перезаряди. Все. Я это смог. Ладно. Так, что тут? Ничего нету больше. Забирай кредиты. Здоровье. Хорошо. Воу-воу-воу! Отвали от меня! А вот теперь я... Ох ты! Два раза меня втер. Вот этот, короче, два раза бьет. Этот два раза бьет. Так, перезарядись. Еще один патрон сюда. Отлично. Все, разобрались. Блин, капец. Так, все, открой дверь. Так, идем сюда сперва. Типа какого-то складского помещения получается. Угу. Хорошо. Это все хранилище.
здесь. Так, ящик передвижной. Головоломка, ребят. Какая-то головоломка. Головоломка. Так, и чё, куда? Так, здесь у нас закрыто все. Я так думаю, там, скорее всего, за ящиком у нас проход просто понизу. Так что давай, бери. Бери, говорю. Да. Я так и думал. Все вполне очевидно. Была бы головоломка, это нифига не головоломка. Пошли. Сейчас мы через ту дверь вылезем обратно. Я так думаю. Джейкоб, давай аккуратно только, ладно? Прям аккуратно. Не спешим. Смотрим, кто здесь есть. Хорошо. Так. Это все склад. Это все замечательно. Тут убитая дверь. Ага, здесь спуск вниз, ребята. Можно туда вниз свалиться, да? А. Ну чё, мы уже привыкшие лазить по всяким местам. Полезли. Какая дичь здесь. Смотрите, чё тут. Ух, нифига себе. Это я у кого-то в желудке, наверное. Как бы это жутко не звучало. Так, сюда пройти могем? Где это я? Стесняюсь спросить. А, здесь вот выход наверх. Все понял. Тогда пошли сперва по той лестнице пройдем. Че там падает? Над головой у меня взрывается что-то. Так, вот сюда я хотел пройти. Да. Это мы вот сюда зашли. Да. Все. Я понял, с другой стороны. Это я вот оттуда начал, оттуда провалился. Кредиты. А! Чит, твою мать! Отвали от меня! Вот я очканул, капец. Давай, бери. Это было неожиданно. Как это говорится? Крипово. Так, ладно, пошли. Ты что, бегать перестал? Напугался, что ли? Ну, а теперь я знаю, где выход. Пошли сюда. Тут что-то все взрывается постоянно. Ну, хорошо, никто на меня не наезжает. Это радует. Так, все. Дай мне управление. Пошли. Shift здесь не работает. Полезли вверх. Так. Тварь. Чё там закрыть? Так, ну вот он, этот выход, короче. О котором я говорил. Тут ящик. Открывай ящик. Кредиты и много-много всякого барахла, который мне не влазит. Замечательно. Так, ну и все, тут, в принципе, больше выходов никуда нету.
Точнее, вот он один выход на улицу. Блин, я ради этого ящика шел, и у меня нечего выкинуть даже, что ли. Давайте вот эти патроны выброшу, все равно они мне не нужны. Еще и в таком количестве. Я ими особо не пользуюсь, мы еще их насобираем потом. А вот это давай возьмем. Так, восстанавливающая инъекция. Так, а этот батарейка, аккумулятор. Этот батарейка, аккумулятор. Так, давай инъекцию одну всади. Ага. И батарейку аккумулятора забирай. Все. Я здоров, восстановился, подлечился. Это у нас выход, я так и понял откуда. Это была закрытая дверь. Теперь я в нее зашел. Так, ну и все, это была в принципе вот такая комнатка. Дальше у нас дорога. Так, откуда я пришел? Я пришел отсюда. Там сейчас будет спуск вниз, насколько я помню. Да. Совершенно верно, пошли вниз. Так, жилой купол. Сим-сим, откройся. Вау, ничего себе. Да, вид красивый, эпичный, ребята. Полностью согласен. Ё-моё, вы видали, что тут происходит? Там он снизу что-то прям вообще пострашный. Так, ну там внизу лес. В лесу наверняка какие-нибудь страшные черти будут лазить. Ну пошлите вниз. Раз мы сюда пробрались. Элайс, я дошел, ты меня слышишь? Я думал, мы наверх выйдем. Громко, ясно, братан, ты вовремя, я уже рядом. Вижу станцию, встретимся там. Не так быстро. Видишь здание очистки кислорода? Внутри псих... постах. Тебе нужно добраться туда и снять блокировку. Не могу подогнать трамвай туда. Так и знал, что ты что-то не договариваешь. Псих. Да. Пост охраны, а не псих охраны. Вот я прочитал. Так, ладно. Идем. Очистка кислорода. Оу, е-е. И что мне туда прыгать? Разбега. А, вот кнопочка есть. Сейчас бы прыгнул. Давай. Так. Ой-ой-ой, звук неприятный. Опа. Серьезно, блин, я как раз истратил этих патроны все. Дальнобойные. Капец. И что теперь? Как мне? Пошли сюда. Так, подсобка. Подсобку входа нету, это точно. Вижу, закрыто. Пошли дальше. Так, меня сейчас этот хрен завалит. Он кругами ходит. Чё ты не бегаешь-то? Так, мне вон туда надо. Пошли туда. Очистка кислорода. Так, нужно вызвать еще трамвай из черной... Нет, надо сдержать ситуацию. Только что отошедший трамвай... Мне плевать, давай, кот! Открой дверь, трус, мне нужен этот кот. Так, чувак с кодом, короче, там. Все понял. О, отлично. Давай для начала продать. Что надо продать? Вот это, конечно, надо продать. Однозначно. Так, что еще продать? Вот это продай. Все отлично. Так, что еще? Охрана трамваев.
что тут у нас? Патроны. Да, вот эти патроны. Ну, 4 штуки, это прям вообще мало. Давай зарядим пистолет. Зарядить. Так. Так, надо туда пробраться. Мне нужен этот код. Да, я понял уже намек твой. Есть направо дверь очистки кислорода. Есть налево дверь. Ботанический сектор. Есть жилой купол. О, как интересно. Это что у нас открывает? Требуется автор... Все понял. Идем сюда. Очистка кислорода. Пойдем по ней. Где? Ага, своих грохнул. Отлично. Молодец. Так, все. Теперь мне надо... Пушку давай поменяем. Так, башку потеряй. Это было, конечно, печально. Где этот хрен? Иди сюда. Блин! Ай, ты, твоя мать, этот еще кидается там. Да блин, ты посмотри, что он делает. Да ладно ты меня трогать. Блин. Короче, будем стрелять, короче. Все, не буду я с ними махаться вручную, пока один не останется. Да сдохни ты, ё-моё. Иди сюда. А, ты еще жив-здоров, что ли? Падла. Все, вот так надо было сразу, короче. Ну и что ты сел-то? Встань. Так, все. Собрали всех и со всех. Идем дальше. Так, все заряжено. Мне туда. Здесь нету ничего, здесь ничего нету. Идем туда. Вау! Все? Чего ты до конца не зарядился-то? Так, что здесь у нас? Забирай. Хорошо. Ух, так, ладно, идем дальше.
Ага, произошло сохранение, это хорошо. Опять этот, падла. Я ничего не вижу. Алло, зачем свет выключили? О, дробовичок, конечно, хорош. Но патроны у него не бесконечные. Это, конечно, по-сянски. Так, мне надо туда лезть, да, получается? Давайте здесь все соберем, что тут есть. Кредиты. Патроны. Патроны очень нужны, поэтому собираем в обязательном порядке. Ага, ребята. Наверх надо слазить, это типа этой. Комнатки какой-нибудь секретной. Давайте туда сгоняем. Так. Ай, музыка какая. Ай, какая музыка. Ага. Я добрался до этого хрена. Все. Вот здесь этот чувак, точно. Серж Билл Пикелло. Вот, все, я его нашел. Короче, так. Использовать карту доступа. Давай теперь посмотрим, что там у нас. А, что он нам интересного дал. Так. Где он у нас? Где этот новенький? Алло, не вижу. А, вот он. Приведение в черной жести, положение полной изоляции, внедряются дополнительные меры безопасности. Всем трамваям запрещается проезд через станцию жилого купола, чтобы заключенные не могли попасть в ангар. Чтобы продолжить, отменить положение полной изоляции. Ага. Положение полной изоляции. Так. Трам секьюрити. Да, вот он, охрана трамваев. Ну вот здесь мне надо отменить положение полной изоляции. Так, хорошо. Алай, слышишь меня? Я снимаю блокировку. Ты молодец, братан, двигаюсь к станции. Есть проблема, не могу туда добраться. Проход обрушился. Из подсобного помещения напротив можно попасть в уровень ниже. Попробуй добраться до платформы оттуда. Хорошо, и поспеши, буря усиливается. Так, ботанический сектор, ну и, собственно, очистка кислорода. Подсобное помещение напротив. Ага, я понял, ребят. Подсобное помещение напротив. Ну, давайте здесь пройдем еще, что у нас тут есть. Интересно мне знать. Я же тут не все прошел. Так, сюда, потом сюда я пошел. Потом сюда. Здесь мы понизу прошли. Тут этот хрен на меня напал. Там прямо мы прошли, да? А вот сюда-то я не ходил. Так, давайте. Оп. Ай-яй-яй. Не к добру это все, не к добру. Ой, не к добру. Ой, не к добру. Ох, тут сейчас что будет, а? Я так подозреваю. Сейчас что-то будет. Так, кнопку сломай тут тоже. Так. А, слушай, давай-ка вот эти патроны выкинем нафиг. Так, ты. Все, отлично. А вот эти патроны забери. А, ну это те же самые патроны, ё-моё. Ладно тогда. Тогда ничего интересного. Так, забираем.
Так, кто бы сомневался, но началось. Ай, сколько их тут, а? Короче, я сюда зря зашел, тут ничего интересного нету. Да, судя по всему. Пошлите выходить. Короче, ничего мне это не даст. Открой дверь. О, вот эти патроны вот мне нужны. Так, вот это выкинь. А вот это подбери. Хорошо. Все. Ну все, теперь все понятно. Да пошлите здесь. Я уже тут пролез. Так, ну что, мне надо в подсобку напротив. Туда мы уже ходили, очистка кислорода, оттуда я, собственно, пришел. Ботанический сектор. Давайте сюда еще зайдем, посмотрим, что здесь. Вдруг что-то тут интересное будет. Так. Пока непонятно. Технический коридор. Ага, тут ящик есть. Круто. Так, ну давайте продадим вот это все. Не оставлять же здесь. Превратим это все в кредиты. А что, мне надо будет продать блок аккумулятора. И, собственно, все. Погнали. Так и сделаем. Так, блок аккумулятора продавай. А что еще можно? Давай вот этот один подадим. Устанавливающий инъектор. Все, пошли. Соберем, что там у нас в ящике осталось. Так, отлично. Все собрал. На обратке пройдем, заберем. Так, что-то здесь еще может быть, да, походу? Ой, картинка, конечно, жуть. Опа! Как я ее налету-то, эту гадость-то? Раз, и все. Ага. Новая автоматическая запись. Джеймс Рис. Давайте почитаем. Слушаем. Так, самоубийство охранника. Вот это, что ли, получается? У нас последняя была. Какая из них последняя? Что я смотрел, что не смотрел? А, так, ну это мы читали, ладно. Это... Сэр, необходимо эвакуироваться. Нельзя, мы должны сдержать их. Ни один заключенный не сбежит в мою смену. Но, сэр, вы не понимаете, они же не заключенные. Больше нет. Угу. Самоубийство охранника. Прислушивайтесь. Если слышите подобное, просто стреляйте по щупальцам. Других способов нет, иначе они просто растут, становятся сильнее. А, ну мы это тоже читали. Все, понятно. А, ясно. Это мы все читали. Вот первую там читали, что ни один не убежит. Вот сейчас подобрали, что ни один не сбежит в его смену. Да, чувак. Это тебе, конечно, сильно повезло. Ладно, пошли отсюда. В принципе, ну все, здесь больше ничего нету. Опа! А!
О! Откуда ты тут взялся? Тебя тут не было. Я точно знаю. Укольчик поставь. Не говори. Там у тебя уже, блин, от уколов. Я даже боюсь представить, что на шее. Погнали. Да ладно. Отвали от меня. Да ё-моё-то, как так-то? Какой-то один сраный, блин, меня этот замочил. Падла. Ишь ты, уродец. Так, давайте батарейку. Продадим батарейку. Так, вот эту продать надо. Штуку. Раз. Потом батарейку продать надо. Ну, она не особо много принесла, но пошлите, заберем там батарейку. Так, что, у меня есть некоторые деньги, я думаю, чуть-чуть надо... Я думаю, наверное, может этот прокачать. Это силовое подавление. Так, урон увеличивается. Здесь урон увеличивается, и здесь урон увеличивается. 900. Давайте палку, наверное, прокачаем, а потом уже будем все далее прокачивать. Так, все. С уроном все хорошо, палочку прокачали. Погнали дальше. Так, выходи. Мне нужно подсобное помещение напротив. Подсобка. Подсобка. Очень хорошо. А! Да иди ты нахрен, ты посмотри, что, а? Урод, еще где-то один. Вау. Вот капец. Ага, этот меня не трогает, это радует. Ладно. А, трогает. Или он бы... А, нет, это он с ней разбирается. Нет, это он со мной сейчас будет разбираться. Блин. Непонятно, короче. Вроде меня мимо прошел, не трогал. Я подумал, что он миролюбивый. Хотя у него морда красная. Навряд ли он миролюбивый. Так, ну что, пройдем еще раз попробуем. Так, где-то тут сейчас хрен на меня нападет. Это я помню. Мне подсобка нужна туда. А-а-а! Отвали от меня. Эй, так нечестно. Да твою мать-то. Да иди, твою мать-то! Есть! Так, теперь этот хрен не нужен. А-а-а. Да блин!
Да ё-моё-то, сейчас будет обидно же, блядь. Пошли обратно. Ну их нахер. А-а-а! Закрой дверь. У-у-у, так, давай, уколись. Ладно, робота грохнули, с этими сейчас разберемся. Ну это какой-то трэш, ребята, это какой-то трэш. Так, давай. Это возьми в руки. Все. Теперь пошли воевать. Так, с робота ничего не выпало. Вована! Че там, ничего не выпало с него, что ли? Да ладно, не может такого быть. Странно, ладно. Где, где? А! Твою мать, отвали от меня! Вот падла. Смотри, что делают. Капец. Да отвали ты от меня, падла такой. Да блин, где? Пакость, а? Есть, отлично. Зарядись. Сколько еще этой хрени будет здесь? И они тут бесконечно будут, а? Так, где еще? Я сейчас с вами, со всеми, блядь, разберусь, уроды. Так, вон она, подсобка. Зеленым подсвечивается, вижу. Бежали. Так, все. Я прошел. Ох, ребята. Это было что-то с чем-то. Так, что здесь у нас? Ага, они там поверху бегают. Так, здесь есть сюда проход. И вниз проход. Угу. Ясно. Ну, разбираться дальше мы будем в следующей серии, друзья. Как раз произошло сохранение. На этом на сегодня будем завершать. Понравился ролик, ставьте лайк. Есть что сказать, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Да пребудет с вами Джойстик. Всем пока. До скорых встреч.